Лауреат международных конкурсов, стипендиат фонда Владимира Спивакова Екатерина Дворецкая, «Арфа». И стипендиат фонда Владимира Спивакова Эрик Мирзоян. С удовольствием напоминаю, что Эрик Мирзоян – обладатель «Золотого щелкунчика», то есть победитель нашего телевизионного конкурса канала «Культура». Эрик играет на клавиате под альбом фонда Владимира Спивакова. Автор пьяцона «Обливион».
Екатерина Дворецкая и Эрик Мирзоян.